Кто он такой? Это боец из лиги Tough Enough. Он уже участвовал в том дубе, бился... Ну, господи. Его выключали? Да, он дрался, по-моему, с доктором. И доктор его там уронил. Ага. Ну, такой у него там резкий и довольно-таки шустрый молодец. И техничный. Ну, Диас, да, да, что-то вспоминаю. Почему Мако? Такое у него прозвище. Максим Мако Савушкин. Хоккеист. На 15-м турнире он дебютировал. Устроил зарубу с другим бойцом, не помню, как звать его. А, ну месились они, да? Да, там они, он сейчас... они все три раунда друг друга просто били. И каждый попадал. Месились, месились, да. То есть обалденный бой. Да. Чудесно. Я помню, он еще сказал, там, кто объявлял, сказали, что его типа выгнали с этого, с команды, что ли. Да, у него, такое. Кажется, была травма, в итоге из-за этой травмы он не мог играть в хоккей. А и... травма чего? Колено? Я не ошибаюсь, позвоночник. Так, все, смотрим? Да. Как ты думаешь, кто? Не, ну и тот опять. Я больше на стороне хоккеиста. Ну вот ничья в тот раз хоккей дрался, нормально же отбились? Вообще же. Ну, ну сейчас давай тоже ничьи. Сейчас посмотрим. Все возможно. Да, прошу максимально уделить внимание этому бою. Отдельный респект Максиму за выход. Классная маска. Опять, да, они шайбят. Шайбят, да. Ага. Блин, нормально, эх ты, блин. Дал ему по башке. Диас какой-то. Эх ты, эх, вот как он так? Оба что ли? Побежал. И не по затылку, но в заднюю часть. Побежал, да, такой. Ушел с ледяной атаки. Как он про... эх ты, блин. Щелканул. Ой, это щелчок. Не, в какой-то момент не понимаю, кто из них кто станет так, как бы это. Причесан разно, так похоже. Ну, есть такой, да. В черных штанах во всем. На, он того. Красный. Ой. Блин, на... А пошло за руку. Хоккеист нормально, смотри, как он это, да? Он... Нормально накидал. Чётенько. Он сейчас как будто маленький Кратос такой похудевший. А, кстати, да, есть такой. Вот здесь, когда постоял, как будто Кратос. Как будто Кратос молодости. Или просто младший брат. Ой, присел. Ух ты. Вот это, походу, нокаут. Вот это он сел. Как в крестик, да, упражнение такое, знаешь, садись на растяжку. Не, еще и эх ты, блядь. Конечно, нет, нокаут. Скорее, да, это все, нокаут. Это конец. Ты что, он сел-то там сразу видно было, что... Ах ты, Диас, да? Вот все, мы Диас. Нормально, я ожидал. Да. Тоже на старшего брата. Или на другого родственника. Зохан тоже хороший боец. Он будет биться? Нет. Ну тогда потом. Зохан, который обливался с этим, когда да, бился? Да, после боя с Колином. С Колином. Колин здесь будет биться с Дитком. Тоже бой должен быть прям хороший. Вообще все бои хорошие должны быть. Да, ну вот этот четко посмотри, как начался. Это вернее, это второй бой? Это уже второй бой. Ясно, ну ладно. Первый не очень был, или как? Не успели? Ну, прямой эфир. Первый бой посмотрел, но, по-моему, весь бой полностью не продлился. Сегодня какое число? Вообще, что это такое идет? Сегодня 16 декабря, и это идет 18 турнир Топ Дога.
где в главном бою наконец-то должны подраться регбисты Тарасов. Охереть, свершилось. Бойцов плюс, пусть. Плюс здесь еще идет бой чемпионский, и Сая Саев будет биться с Кантемиром Калажоковым за... Уже, ну, не, вот Исай является сейчас временным чемпионом, а это не будет биться именно за чемпионский перстень. То есть, кто из них станет настоящим чемпионом? А у Исы перстня нет? У Исы сейчас перстень временного чемпиона. Он его заберут, если он не станет? Нет. А, перстень, перстень остается. То есть, если там изначально у них правила были какие, если кто-то становится чемпионом, он получает перстень. Если, допустим, потом бой... Погоди. Он благодарит, наверное, кого-то. Били не сюда или готовили не сюда. Пацаны с Краснодара. Тихо-тихо. Дис вообще отвернулся там аж что-то. Как непонятно. Ты мешок, ты выиграешь. Блин. Мешок Карпашок. Блин, он так эмоционально, да, он так радуется, он готовился очень сильно. Уважение моему сопернику. Мне не понравилось вот это выражение. То, что я тебя уроню. Надо всегда уважать своего соперника. А что, почему думает, что не уважительный? Только опять. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь, ты смотри вообще, он радостный. Не, ну Сатыг, во-первых, его вырастет, и во-вторых, он, да, доказался. А то, что уронил, что переживать-то, вот на тебе пакетик. Нормально все. А там у... А, тихо-тихо, Диас. Семен. Держи. С братом вместе это. Пообщаетесь. Недоволен он, да. И еще вот. И что, Иса? Сейчас, погоди, стой. Еще Иса выиграет или нет? Не знаю. Как думаешь? За Калажоковым, я честно скажу, особо не следил. Но он провел, по-моему, 4 боя и все победы. Он габаритный большой, и Сав такими не бился. Он выше Исы. Он с такими не бился, не тот другой. Не знаю, Ису, он... Он в трубу посмотрит. Он майор. Да, они прям так ровненько бились, но вот этот Диз здесь больше, смотри, он давал ударов, пропускал. А этот вышел катками сбивает, он вообще четко прям... Возможно, хоккеист практически вот кулачный бой такой народный, или там пластун, потому что они размашисто по-разному, да, так как народники отмахались, не как мастера там спорта по хоккею или по боксу. А вот это прям раз он здесь так подслёг. Ну это зря так, блядь. Он нарвется на кого-то, кто также ему поднакажет. Вот здесь, чтобы, знаешь, его не понесло, как Иза, например. Ну, Иза не дошел до таких ступеней, а здесь вот слишком гордым, излишне, она может подобломить, и будет очень переживаний много в этом попадос. Ну и, соответственно, судья в поле, в кругу, забавнейший. Здоров и до встречи.